Доброго утра! В общем, мы начинаем снимать уже не с утра, 11:25 у нас, я уже довариваю борщ. Все потому, что Антошка играл в игру на телефоне у меня. Потому что я хотел, тебе у мамы есть одна игра на ее телефоне, и я там первое место занял. Да. По турникам. По турникам. Так, беги, одевайся. Вот, я сейчас уже сходила в душ, довариваю борщ, и будем скоро обедать. Даже толком не завтракали. В общем, бананы тут дети подъели. Вот такой вот завтрак. Я поспала подольше. Дедушка Саша пока побыл с детьми. Вот, поэтому, в общем, я выспалась в хорошем настроении. Борщик доваривается. Осталось капусту, болгарский перчик добавить. Вот, на свином бульоне, вот, три тут такие костяшечки, немножко мяса мы, конечно, оставляем, потому что это Сержиня все сам обрезал, чтобы было что покушать. Борщ уже доваривается, что-то я капусты очень много опять порезала, так что оставлю вот так в салатнике. Сейчас накрою пищевой пленкой, в холодильнике это будет салат с морковкой и с капустой на ужин. Я что-то с капустой уже не первый раз борщу. Так, и сейчас еще петрушку и чесночок добавим в конце, как все закипит. Так, у меня тут чай заваривается. Это смесь черного. Немного черного добавила, немного зеленого и пакетик мяты. Вот он тут плавает, я его потом достану, потому что мята начинает горчить. Вот сейчас вот она заварится, и потом я его достану. Вот так вот. Тут листики танцуют вальс, я обожаю на это на все смотреть. Мне кажется, так это здорово. Яйца еще варю к борщу домашние, уже вот начинает закипать. Кстати, напишите, сколько минут вы варите яйца. А раньше мы варили 10 минут. Ну вот если на салаты, то я также и варю 10 минут. А если кушать, то я варю 4 минуты. Вот они закипели, я 4 минуты ставлю таймер. И потом все их под холодную воду, чтобы быстрее остыли. И вот так вот кушаем. Чего? Лабиринт для хомячка делать. Да, будем сейчас лабиринт для хомячка делать. А ты, пожалуйста, иди шортики одень. Мы туда его будем пускать. Надо сейчас построить лабиринт. Да, кто там? Почтальон Печкин. Кто там? Кто там? Мама. Мама. Пряники делает. Суп готовит. Суп готовит. Пюре готовит. Пюре готовит. Готовит. Чай готовит. Да, мне. Тебе? Да. Все тебе? Я заберу, мама. Все мне? Да. Так, все, домик готов. Да, мне. Наташа, дай я. Как он боксирует. Да, испугался. Нет, так он такой мальчик. Угу. Ну, блин, да. Блин, да его достать надо. Садили Карли, он тут гуляет теперь у нас. А можно я его возьму на ручки? Смотри, он опять с плюсом. А, я хочу взять на ручки, а говорю, что видео разрешит. Просто в шоке. А потом она, я его буду в дом переселять. Можно, мам? Угу. Я буду Гриша. Ух ты. Классный, да? Не свали это. Я за тебя убирать это потом не собираю. Ему же на другую арену, он уже это все пришел. Нет, он лёд, это вот. Мути. Смотри, о, пошел. Мам. О, все тут, да? Он под мостиком лазит. Угу. И сейчас он пролезет. Бля, это как для него дверь. Сейчас смотрите, сейчас он будет ломать. Смертельный номер какая. Да. Можно я его буду переселять в его дом? А я хочу ему еще препятствия добавить. Видишь, он додумается. Ничего, думаю, не додумается. Он еще не такой хороший хомяк. А я буду переселять. Хороший котик. Как он падает шикарно. Ему все
Он уже прошел, тут надо им новую арену. Тут арена на Надита. Свалил и пошел. Прием карате. Ну куда я уже его дома? Поставь сюда мостик. Ой. Давай, Карль, проходи. А так? А, ты говоришь поставить, чтобы он попробовал забрать? Ну, оно неудобно ему будет. А он так может и перепрыгнуть. Угу. Да как он же быстренько. Не, вот так. Быстренько, быстренько. Его если пугать, он еще быстрее будет. Не надо его пугать, он хороший. Просто а в шоке. А мама же животных ради не любит. Но хомяков любит. Да, мама? А Любуку? Ты любишь? Ну, когда я уже буду его брать на ручки? Антошка. Мама, я Любуку. Мама, я Любуку. Да подожди, дай он погуляет. Он уже погулял, надо ему провериться на... Мама! Иди маечку одень. Нет. Блин, почему? Да пусть она еще побегает. Мама. Антоша где? Антош, ты идешь обедать? Я его покажу. Все, мы будем. Будем сейчас кушать борщик со сметанкой, с яичками, с яйцами. И да, мяско. Они там. Да, ну Афоня сказал, что он яйца не любит, да? Да. Он зато любит сметану, да? Да, люблю сметану. А любит. А вино, а варю. Все, всех накормила, теперь буду заниматься пряничками, буду сейчас все расписывать. Да. Буду ротики тут рисовать, обводить все черным кисточками. Упаковала я подарки, это самое клевое. Мне нравится упаковывать. Сейчас я музыку выключу. Это будет опять Инстаграм ругаться. Ой, Инстаграм. Ютуб. Так, все коробочки упакованы. Вот такие вот получились по одному пряничку. Мне очень они нравятся. Не знаю, мне прямо они нравятся больше всего. Вот такие вот звездочки. Так, вот такой вот. Человечек с цифрой 23. Дальше я знаю, что ты хотел носки в подарок. И вот такие вот пряничные носки. А так, это для танкиста с 23 февраля. Вот такой вот. Так что коробочки готовы. Ура! Ты мальчик большой? Ты да. Кот в сапогах, по-моему. Я вышла на улицу, у нас прям сегодня вообще хорошо тепло. Теперь иду искать Григория, потому что даже не знаю, пошел на рыбалку человек. Сейчас пойду смотреть. Нормально, пришла на речку, Гриши нет, блин. Кадр мой. Даже ничего тут от него нет, ни удочек, ничего. Искать, он, наверное, у папы в мастерской там что-то чинит. У него обычно такие истории, когда что-то порвется и надо же теперь починить, а то папа поругает. Гриша, я вообще-то думала, ты на рыбалке, ищу тебя, уже перепугалась, что тебя там нет. А ты что, тут спишь, что ли? Лежу в телефоне. Очень приятно. Он у меня хотя уже и сел. А я вообще-то переживала уже, блин, думаю, нигде тебя нет, где ты делся, а когда ты зашел? Ты что, вроде пошел на рыбалку? Ну, я пришел уже. Да? Да. Так что, там рыбы не было? Одна поклевка прям, не знаю, так потянула, а потом уже ничего. Ой, ну ты меня перепугался, наверное. И это Виолетте подарок. Я заказала на Вайлдберрис. Сейчас курьер ждет. А что это? Да, я сейчас открою, мы посмотрим, что это. Да, это такая, как... халат с вот такой вот мордочкой классной. С магазина твое. Очень такой мягенький. Ничего, по-моему, здорово. Не надо, это Вете. Мне кажется, после ванны можно одевать вместо махрового халата.
Классная штука. Будем к тебе прикладывать. Не держи надо. Чуть-чуть вот так. Я обойдусь. Ну, я приложу, Вета же такая примерно, как ты. Ну, да, хорошо. По-моему, все должно все быть не хорошо. Не надо? А мне? А к тебе? А к тебе большеват чуть-чуть. Нитка тут, правда, торчит в одном месте, но я думаю, что мы ее обрежем. А вот какая мордочка. Да, мордочка красивая. Кисы. Зайчика. Да, заяц. Заяц. Все, давай я все сложу. Сейчас деньги вынесу курьеру. Сколько она нам вышла? 687 рублей вышло. Так. Еще и привезли домой, представляете? Да. Я буду вам показывать, как я делаю колесо. Колеса. Готовится у меня тут ужин. Жарится лучок. Варится картошка. И Антошка. И картошка. Да. Вот, на ужин у нас будет пюре с зажарочкой и хамса. И тебя сейчас пожарим. Правда, тебе там мяса мало. Я же картошка. Да, ты же картошка. Так вот, так что вот такой будет пюре. И салат еще с капустой. Я сейчас его сделаю и морковку в него потру. Сонечка, а что ты делаешь? А тут покажешь. Ты что, на роликах? Смотрите, ребята. Вон я найди. Я буду самый крутой. И сейчас назад, сейчас покажу. А не могу. Афоня, осторожненько. По колесу отлетает. Не надо. У меня мое любимое сочетание. Это кино по второй. Вот про любовь. Да. И пряники. Сегодня футбольные мячики. Прям много-много-много мячиков. Так, я упаковала все пряники. И это было даже очень долго. Хотя чего уж тут по пакетикам разложить и бантики завязать. Ну, блин, это прям занимает упаковка тоже много времени.